Могу предположить, что большинство из вас смотрит трейлеры фильмов. Для кого-то это способ получить представление о чем кино, хотя бы расплывчатое и неполное. А для кого-то это просто развлечение, как и обыденный просмотр видосиков. Вне зависимости от того, с какой целью вы просматриваете ролики по фильмам, они дают вам определенное конкретное представление о них, которое на самом деле играет свою роль в восприятии той или иной картины. Именно поэтому я практически никогда не смотрю трейлеры. Мне гораздо больше нравится чистое и незамутненное ничем ощущение от просмотра, а также чувство открытия. Зачем нужна была вся эта подводка? Затем, что фильм «Три женщины» Роберта Олтмана – тот случай, когда заранее имеющееся представление о нем может сильно исказить, хотя не обязательно в отрицательном ключе, изменить то, как вы будете смотреть на кино в целом и на его события и персонажей в частности. В чем же сыр-бор? Еще практически девчонка Пинки впервые устраивается работать помощницей в пансионате. Там ее представляют к Милли, которая в момент захватывает все внимание девочки. У них складываются несколько одноворотные отношения, но через некоторое время Милли вынуждена принять Пинки к себе на съемную квартиру, чтобы не платить всю ренту целиком. И вот тогда начинаются некоторые проблемы. На этом месте я сделаю паузу, чтобы сказать, что если вы думали о том, чтобы посмотреть «Трех женщин», то здесь вам стоит закрыть это видео и посмотреть кино, будучи в полном неведении, о чем оно, куда приведет сюжетная канва героинь и что вообще все это было. Потому что то, во что со временем превращается картина, лучше увидеть самостоятельно. Ну так вот, почему же в случае с этим фильмом я считаю, что неведение будет благом? Думаю, начать стоит с одной главной мысли, которой с нами поделился режиссер, сценарист и продюсер Роберт Олтман. Это кино, вся его история, все персонажи и даже кастинг ему приснились. Фильм от начала и до конца позиционируется плодом сновидения, и это накладывает определенные, очень существенные характеристики. Например, то, что в какой-то момент к нему невозможно будет продолжать применять привычную нам логику. Поначалу кажется, что картина повествует о двух одиноких аутсайдерах, очень похожих, но и очень разных, которые через нахождение друг друга придут к гармонии внутри себя и найдут также свое собственное счастье, недостижимое раньше. Потом кажется, что картина повествует о тяжелой борьбе с самообманом, вызванным неудовлетворенностью и несчастливой жизнью, и тем, как близкие люди могут помочь победить этот яд внутри тебя. Но в один конкретный момент картина рвется, и за ее холстом оказывается совсем другая, вызывающая тревогу, непонимание, ступор и ощущение приближения очень трагической развязки. Героини ментально меняются местами, их образы оказываются не просто так сильно схожи. Вообще, еще в первой трети фильма создается ощущение, что Пинки и Милли – это один и тот же человек, но в разное время. Это можно понимать не обязательно буквально. А можно и буквально. Я к этому еще вернусь. Пинки, очевидно, девочка, только-только вышедшая в большой мир и пытающаяся понять его и принять в себя. Чистый лист. Милли – та, кто уже хлебнул щепотку мира, а вместе с ней и безразличие окружающих. Чистый лист оказывается запятнан кляксами, выстраивающимися в слово «комплексы». А третья титульная женщина – Вилли – мать, преодолевшая собственные кляксы и нашедшая свое место в творчестве. Три персонажа образуют три акта жизни человека, и, что забавно коррелирует с историей картины, среди них нет финального, формирующего общее завершение. Вместо этого три женщины создают цикл без начала и конца, бесконечный самозамкнутый круг. Better be weird.
То же самое касается сюжета фильма, который в своей середине начинает полностью отдаваться своей сновидческой сущности. Возникают вопросы без ответа, сюжетные функции персонажей и их границы оказываются размыты, а у зрителя появляется одно главное ощущение – как все это понимать? И ответ в том, что его нет. Олтман и сам говорил, что у него нет единого четкого прочтения фильма, и что оно может различаться в зависимости от человека и угла взора на картину. Еще и поэтому к ней стоит подходить с максимально чистым взглядом. В случае с тремя женщинами чужое мнение способно полностью вытеснить твое собственное. Из-за этого я советую также не верить и мне. Фильм может быть совсем не тем, чем я его описываю сейчас. Особенно учитывая то, как по наитию он был построен. Его частенько сравнивают с бергмановской персоной, но я бы не сказал, что он так уж близок к ней. Да, в нем есть это разделение черт человека на отдельные образы, но цель и суть этого разделения совершенно иная, нежели у Шведа. Там, где в персоне доминирует личная психологическая сторона, в женщинах используется внешний социальный конструкт и его влияние на личности героинь. Кино все еще рассказывает об аутсайдерах. Все три центральных действующих лица в чем-то неудачники. Вилли живет в заднице мира, замужем за изменщиком, которому плевать на нее, а ее лучшие подруги – кисти и краски. Милли – самый показательный социальный аутсайдер. Всем просто плевать на нее. На работе на нее никто не обращает внимания, соседи игнорируют и стебутся над ней. И даже бывшая подруга при первом удобном случае решает променять ее на пару членов. Одиночество и безразличие заставляют ее отдаваться в руки всяких неприятных личностей. Лишь бы только это чувство одиночества ушло. Пинки в этом плане пока что повезло больше всего. Она еще недостаточно жила, чтобы полностью заполучить роль аутсайдера. Но предпосылки имеются. На нее также не очень-то обращают внимание на работе, друзья не спешат заводиться, а сильнее всего она прикипает к человеку, которому на нее тоже, по большому счету, до фонаря. Спасти ее могут кардинальные изменения, но будет ли это спасением? They're real exotic, too. You can take hula dancing lessons now down at Macy's Salon of Dance. I might do it. I like it. Но тематика социальных неудач только одна из нескольких, запрятанных в фильме. Как я сказал, не факт, что она даже важна. Гораздо важнее здесь то, как со своей задачей справляются главные актеры. Титульные женщины – Шелли Дюваль, Сиси Спейсек и Дженнис Рул. Перед каждой нехилая такая задача показать одновременно персонажа, напоминающего настоящего человека, но на самом деле являющегося плодом спящего разума. И вот тут мне очень нравится, как актрисы решают эту задачу. Дюваль до самого конца, до предпоследней сцены, играет человека, который считает себя настоящим, видит себя в центре, находит себе значимость. Она начинает свой путь в неестественности, но постепенно приходит к отторжению своих прошлых черт и осознает, что ей нужно делать, чтобы обрести смысл. Даже когда все начинает идти по известному месту, она пытается не поддаться этому режиссерскому зову в сюрреализм. Спейсек, напротив, идет от детской наивности и органичной естественности через подражание и дальнейшую реализацию необходимости той самой персоны, приходит, ну, можно сказать, к объятиям искусственности. В каком-то смысле даже к шекспировскому «Мир — это театр, а все мы в нем актеры», к своей текущей роли. А еще меня до сих пор забавляет, как почти 30-летнюю Спейсек снова берут на роль девчонки. С Дженнис Рул и ее героиней сложнее всего, так как ее нам показывают очень мало, и в целом она остается нерешенной загадкой от начала и до конца. Быть может, она та, кто все это время знала, что все это сон, а потому и полностью отдана ему.
И, возвращаясь ко сну, не получится пройти мимо выстроенной атмосферы картины. Здесь главенствуют визуальное и звуковое преподнесение. По части визуала авторы нередко используют приемы, напоминающие вуаль, застилающую глаза. Это и непрямые планы, и полублеклые цвета, и легкая полудымка у воды, и само обилие воды. О, привет Тарковскому! Иногда эта вуаль настолько явная, что намеренный эффект полуслепоты не заметить невозможно. Подкрепляется это музыкой Джералда Басби. Проще всего ее можно описать словами «намеренно неровная», создающая ощущение пропущенности сквозь нечто, исказившее ее. Вообще, когда я садился за просмотр фильма, то не думал, что буду писать все то, что говорил на протяжении этого десятка минут. Фильм казался вполне обычным драмеди с привычными темами и сюжетными ходами, со старыми добрыми актерами, которых ты знаешь уже много лет и знаешь, что от них можно ожидать. Да и сам Олтмен мне всегда казался режиссером, от которого вряд ли получишь сюрпризы. Видать, сюрпризы на то и сюрпризы, что никогда не знаешь, где можешь нарваться на них. «Три женщины» — это только один из примеров, когда меньше знаешь, больше полюбишь. Подобных картин не счесть, и они только и ждут очередную жертву, которая придет к ним с повязкой на глазах. Не думаю, что смогу этим водянистым рассказом отговорить кого-то от все того же просмотра трейлеров, но надеюсь, что смогу донести мысль, что иногда прыгать вслепую в бездну бывает более захватывающе, чем предварительно освещать себе дорогу фонарем. Это, если что, аллегория. Не прыгайте во всякие неизвестные дырки. А то припишут еще пропаганду всякой хуйни.